Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, ну что, Лига самураев 3 звезды. А по факту 3 звезды. Окей. 3 звезды, блин. Лига самураев, ребята, 3 звезды. Ну смешно, просто смешно. Почему? Да потому что нам нужна Лига мастеров. Ну как вот мы с тобой будем ее? Я вот не знаю, ребят. Да не получится, короче, все, я уже смирился с этим. Будем с тобой просто играть. Я не знаю, что нам это даст. Осколков мы с тобой не получим, платиновых. Так, подожди, давай-ка, наверное, я... Не, лучше Донателло ушатаем. Он лечит. Он больше лечить не будет. Так, массовый от Лео. Слушай, красавчик, красавчик. Добил. Так, Роквелл тут выпендривается, ну-ка. Что-то как-то не очень хорошо прошло. Не очень хорошо прошло у Донателло. Он ему понизил меткость, но как такового урона он не нанес. Это сейчас будет только лишь Лига Сёгунов. О-о-о. Да. Даже если мы с тобой дойдем, ну это... В общем, друзья, вот кто пишет там в комментариях: Рэй, ты можешь взять одного бойца сильного и... проходить типа врагов, потому что, ну, они слабые. Могу, я не спорю, я могу. Но ты в курсе, что я буду получать меньше наград? То есть получается, что вот у нас 5 персонажей в команде. За каждого персонажа идет увеличение. Вот смотри внимательно. Бонусный мутаген. Ты видишь, вот смотри. Выживший 450, 900, да? Побежденные враги. И вот из этого всего, ребята, вот 970. Понимаешь? Вот совмещаем 970 кубков. И если бы у меня был бы здесь один персонаж, ну, предположим, бонус за выживание там x5. Вот тут идет 18. Ну, как, я не знаю, как там 18 умножается на 5 или уже дается это на 5. В общем, вот это все складируется, суммируется. Потом умножается, наверное, на 2. Или хрен его знает. Короче, если возьмем одного персонажа... Ну, смотри внимательно. Давай, вот сейчас вот. Для наглядности я тебе продемонстрирую. Смотри внимательно. Беру для поединка одного персонажа. Ну, давай возьмем, например... Нет, Кунаичи слишком жирно будет. Ну, давай Кунаичи фиксим. Вот, берем одного персонажа. Делаем с тобой победу. Вот смотри, что у нас сейчас получится по наградам. Смотри. Бонус за выживание 1. Есть разница? 950 кубков или 113? Я думаю, что разница просто обалдеть какая. И какое у нас идет продвижение. Надеюсь, больше вопросов по этому поводу не будет. Почему ты не берешь там одного персонажа против этих? Все, ребят, я вам показал, что берешь одного персонажа, а не 5. И... Так, подожди. И ты в полной трубе. Поэтому я почему и беру со своим сильным персонажем 4 слабых. Только лишь для того, чтобы суммировалось вот это вот умножение, да, награды и поощрения на всех персонажей. Пускай побеждает здесь один, грубо говоря, здесь самый мощный у нас Усаги. Но бонус распространяется и на слабых. То есть, опять же, как я и говорил, 950, ну вот смотри, 19, 19, 19. Идет накрутка. 950 плюс 70. А, тут даже 75 дали. Вот так вот. Так что, ребятушки, если вы думаете, почему вы так медленно продвигаетесь по арене или еще что-то, посмотрите, кем вы играете. Сколько у вас персонажей в команде. Почему всегда я стремлюсь, когда вот у нас начинается буст, как можно быстрее дойти до фулл команды, до 5. А не когда у нас там 3 или там... 4, именно 5 бойцов, когда в команде, то ты получаешь
полноценную награду. Как-то так. Так, сёгуны. Сёгуны, одна звезда у нас только лишь. Мне бы, конечно, бы... Мне бы, конечно, бы прорваться как-то... Ну, даже три звезды, если бы было бы. Понимаешь, дело в том, что завтра я ухожу на работу. Буду, ну, в утренней смене. То есть завтра буста у нас не будет, получается. Вот, вечером тоже не факт. Все зависит от того, какой я приду. Если я приду запаренный, мне не до игр будет, естественно, буду отдыхать. Но дело в том, что мне никак не пробиться. У меня не получится, ребята, времени не хватит для того, чтобы выбиться в Лигу Мастеров. Вот, сейчас вот 5 часов на часах. 5 часов, да? Вечера. Или дня. У кого как. Вот, и... Даже это 8 часов нужно ждать. Это максимум там в час. Нет, я уже буду вовсю храпеть. С утра, по возможности, можно, конечно, пройти. Но опять же, ребят, пока проснулся, пока пришел в чувство, пока умылся, пока поел, пока тусю 5-10. То есть, ну, все равно времени не хватает, по факту. Значит, мы не сможем зайти в Лигу, соответственно, мастеров. Даже, видимо, в одну звезду не получится. То есть, неделя будет... Как говорится, потеряно. Вот. Ну, друзья, я вам объяснял, почему так получилось. Почему у меня целую неделю не было в игре. Все из-за обновления. Были свои замуты. Плюс еще выход на работу. А выход на работу — своего рода, блин, стресс, ё-моё. Я по-другому не могу это назвать. Я же просто депрессняк. Тебя колбасит от нее. Ты уходишь на работу, тебя колбасит от нее. Ну, потому что, во-первых, отвык за там сколько, за полтора месяца. Это раз. Поэтому пока у тебя организм адаптируется. Я же, помните, я же привык, блин, по ночам сидеть, днем играть там. А сейчас нет, сейчас все, ребят. Днем поиграл, ночью будь добр спать, потому что тебе с утра на работу. Вот так вот. Соответственно, ограничено во времени уже. Так, слушай, ну сёгун, скорее всего, две звезды мы возьмем. Может быть, даже подберемся к трем звездам. Есть такая вероятность. Но не более того. Давай возьмем лев здесь. Раз, два, три. Четыре. Да, я думаю, как он бежит, прикольно этот Пит. Лапы свои назад. Причем у него так крылья сделаны, всего лишь по три перышка. По три пера, не ощипанных. Торчит у него. Ну, какую? 12-ю? 10-ю. Ну, то есть, один поединок, и мы уже в лиге каких там сёгунов. Две звезды, получается. Так, 15-20, давайте мне, пожалуйста. Блин, ну... Было же. Так, ну что, давай Крэнк, пускай бомбанет. Сколько у нас, так, откатов 50 штук, а телепортов... А телепортов мало. Мне кажется, мне сейчас придется, знаешь, что делать? Тратиться на телепорты. То есть тратить баксы. Почему? Ну, потому что сейчас будут, опять же, эти эксперт-снаряжения, поиски. А там по 4 телепорта за один, за одну попытку. Так, ну что, Лига Сёгунов, 2 звездочки у нас взято. Давай возьмем маузеров. Раз, два, три, четыре. Так, ну тут уже 70 уровни. В принципе, пошли. Маузер отыгрывается. И дальше уже своими, как говорится, силенками будем бомбить. Так, сегодня еще события, ребят. Надо будет допройти в дракон всадники Олуха. Там осталось нам на одну заходку, в принципе. Вот. И следующее событие такое же будет. Не знаю, стоит ли вообще его проходить. Один в один. Идентичные. Так, ну что, возьмем кожеголового. Так, так, так. И вот так. Ну, тут одного кубаря хватит. Сейчас он
покатится, покатится, как этот. Им всем крышка. Ну вот, как-то так. Ну смотри, почти, почти, ребята. Где-то 10, где-то 9, 8 кубков мы... Не кубков, а ступеней пролетаем. То есть, если брать из сотки, это нужно 10 боев сделать. 10 боев это 100 персонажей. А у нас их сколько вы там писали? 139, 138. Один из подписчиков даже не поленился, ребята. Меня, конечно, немножко это удивило. Не поленился выписать все уровни моих персонажей. Представляешь? Как бы я... Не то, чтобы я там что-то просил это. Просто он сам захотел, сделал, выписал. Единственное, что он выписал это вот на тот момент, а как я ему ответил, что это все приятно, это все хорошо, но персонажи, они постоянно меняются у меня по уровню. То есть вот на тот момент, да, например, вчера он написал, на вчерашний день этот список был актуален. Например, сегодня он уже будет не актуален. Почему? Потому что мы обязательно с тобой кого-нибудь из наших персонажей прапаем на уровень. И этот список уже будет, как говорится, как-то не ликвидный, а как сказать-то попроще. Ну, недостоверный, так скажем. Так что вот так. Ну что, да ну, как черепахи, ползем с тобой еле-еле. Нет, не получается. Да и бойцов уже все, ребят, почти почти не осталось. Там еще на один бой, по-моему, максимум. Ну сколько, ну 30-е, ну 30-е позиция, это максимум, что нам светит. Давай сделаем так, оп. Фигня полная. А если плюху? Ну, плюха нормально. У Рокзара вообще, ребят, слабая атака. Просто слабая атака. Выпускает он... Единственное, что у него мощная атака, это когда он делает напрыгивание с когтями. Кстати, вот это вот напрыгивание с когтями мне очень сильно напоминает прыгуна из Tower Conquest. Помните, такой оборотень там был? Очень напоминает мне. Так, ну что, давай возьмем здесь. Тут шапочный разбор уже, все. Вот, вот, последние, ребят, персонажи. Сейчас мы их отыграем. И по арене получается все. Давай. Я даже не буду, ребят, тратиться здесь на откаты. Зачем? Согласись, 5 откатов за один поединок — это ровным счетом тебе ничего не даст. Причем мы с тобой еще только в Лигу Сёгунов 3 звезды входим. Я понимаю, если бы мы входили в Лигу Мастеров еще, да, можно было бы что-то там подумать, но здесь нет. Это того не стоит. Так, ну что, давай, наверное, задание выполним. Пройти серию испытаний. А Крэнк уже все, Крэнк уже, ребята, чует, что запахло керосином. Так, нам надо бы, знаешь, что сделать? Блин. Такой командой против, ну, по идее, должны справиться же, по идее. Ох, черт, нифига себе. Че, в глаз мусоринка какая-то залетела, ё-моё. Ой-ой-ой, как неприятно. То чехота, то мусоринка, то еще что-нибудь. Что за день-то сегодня такой? Мусоринка, блин, попала. Мусоринка, блин, попала. Ну ты как рыль ляпнешь. Не, ну серьезно, что-то, ребята, как будто в глаз попало, такое неприятное ощущение. Так, ладно, вторая волна, последняя у нас. Ну чё, хламоны. Валун есть у тебя?
Нет у тебя никакого валуна. Давай с вертушки, наверное, закончим это дело. Хотя я брал сюда Леонардо не для вертушки, на самом деле. Провокацию берешь. А если я ракетами? Хм. Выстоял? Пумс. Нормально. Готовченко. Окей. Такс. Здесь мы с тобой выполнили, да? Так, дальше у нас идет прокачка. Так, Дони, хватит нам с тобой? Не хватает. Причем не хватает совсем маленько. Где у нас Леонардо? Вот он. На Леонардо, понятное дело, что хватает. Так, здесь нам нужно с тобой найти три ящика с инструментами. Раз. Два. Три. Прокачиваем. Так, четыре чеп-планшета. Один. Так, один. Ну вот, начинается. Так, второй нашли. О, у нас с тобой... Ты посмотри, сколько телепортов осталось. Упс. Так, это третий. Телепортов вообще, ребят, почти не осталось. Я тебе говорил, что нам придется его покупать. И никуда ты... Так, четыре. Четыре чип-планшета взято. И нужны 10 номеров. Так, пицца. Пицца закончилась. Да, друзья мои, придется мне брать 250. Максимальное количество. Итого 254 телепорта. Плюс сейчас у нас еще будет поиск снаряжения. Там еще фиг знает сколько вольем. Давай. Поехали. Нету. Так, снаряжение проворства. Это хорошо. Но мне нужно снаряжение. Опа, эксперт, есть. Так, переходим сюда. Так, осколки-то все понятно. Проворство получили. И последняя попытка. Эх, комикс из канализации, к сожалению. Комикс из канализации. Так, ну что, друзья мои, вроде бы все. Да. На сегодня мы будем закругляться. Как говорится, всем удачи и до новых скорых видосиков.